Друзья, до митинга 5 мая за право быть гражданином остается меньше суток. И счет идет на часы для того, чтобы мы максимально распространили информацию и вышли за наши права. А что на самом деле такое наши права? Ведь у нас практически хотят отобрать Конституцию. Путин практически стал царем, но мы же хотим сказать, что он нам не царь. И на самом деле, несмотря на то, что он избрался на очередные 6 лет, хотим потребовать от него и благоустройства дворов, и электротранспорта в городе, и свободного интернета, и на самом деле, чтобы в городах были парки, а дома обманутых дольщиков достраивались. Мы должны за все это выходить и должны оставаться гражданами России. Поэтому давайте вот сейчас, в последние буквально минуты и часы, напряжемся и сделаем репосты, распространим это видео и еще раз расскажем всем о том, что митинг состоится 5 мая в 13 часов на площади Чайковского в городе Вологда. И мы очень ждем вас и хотим, чтобы вы приходили отстаивать свои права, заявлять свое право быть гражданином России.